1 апреля в Подмосковье началась запись 1 класс, она продлится до 30 июня. По словам вице-губернатора Ирины Коклюгиной, заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превышает 20 тысяч. В первую волну можно записать ребенка по месту регистрации, также в этот период можно воспользоваться льготами при зачислении и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой учатся их братья и сестры. В школу не по прописке запись стартует 6 июля при наличии свободных мест. Также записать ребенка в первый класс можно через портал госуслуг. При этом оригиналы документов приносить не нужно, их проверяют удаленно.